В Ханты-Мансийском округе с 2013 года выплачивается югорский семейный капитал. Это однократная мера поддержки многодетных семей в случае рождения или усыновления третьего или последующих детей. Тогда сумма выплаты составляла более 116 тысяч рублей. Сейчас она значительно выше. А с 2024 года сумма выплаты не только увеличится, но и расширится категория получателей. С Юлией Тищенко мы встретились в гинекологическом отделении городской больницы. У нее три дочери – 20, 12 и 5 лет. Сейчас она беременна четвертым. Семья уже давно имеет статус многодетной. На вопрос, хватает ли финансовых средств, женщина уверенно ответила – вполне, ведь государство помогает. Мы с мужем решились на четвертого ребенка. Государство очень хорошо поддерживает. Я получила уже материнский капитал. Ну, по правде говоря, я еще его не потратила. Вот, планирую потратить на обучение детей. Все-таки вот деток много. Кроме того, еще югорский получу. Там говорили, что можно какую-то сумму снять. Вот мы первоначально сняли, а остальная сумма вся лежит. Выплату в размере 150 тысяч рублей, такова сумма на сегодняшний день, в регионе получали семьи при рождении третьего ребенка. Теперь категорию получателей расширили. Со следующего года югорский капитал полагается семьям при рождении второго или последующих детей. Об этом в своем послании сказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, отметив, что с такой инициативой обратились к ней жители Нижневартовского района. Опыт работы для обеспечения благополучия югорских семей у нас есть. В 2019 году мы работали по программе «Года семьи» в Югре. Югорский семейный капитал – востребованная поддержка. В этой связи расширяем категорию получателей югорского семейного капитала. Со следующего года будем его предоставлять при рождении второго или последующих детей в семье. Проиндексируем его размер. Это наш ответ, в том числе и на борьбу с абортами. В Югре поддержка семей с детьми всегда была и остается одной из приоритетных задач правительства округа. Во время своего обращения губернатор региона Наталья Комарова подчеркнула, что помощь семьям должна стать еще более доступной. В 2023 году югорский семейный капитал получили почти 3,5 тысячи семей. В 2024 такое право уже будут иметь более 3600 граждан. Размер выплаты в следующем году увеличится до 177 тысяч рублей. Югорский семейный капитал можно потратить на машину, квартиру, погашение ипотеки, медицинскую помощь и образование. Алина Нощенко, Тимур Зигангиров. Наши города.